Глюкометр One Touch Ultra Easy. Процесс измерения крови. На данный момент мы, вставив предварительно полоску, берем прокалыватель для пальца, который входит в комплект, вместе с иголкой. Далее им прокалываем палец. Крови должно быть достаточно много. Далее наносим ее на полоску. Идет процесс измерения, и сам результат, к сожалению, слишком низкий. Поэтому сахар будет потреблен для увеличения показаний. Далее рассмотрим сам прибор. Полоска, не входящая или входящая в комплект при покупке в количестве 10 штук. Данные. Название прибора. Время и дата измерения. Также кнопки включения и изменения показаний прибора самого. Вытаскиваем полоску, чтобы посмотреть другие результаты. Показать действие вам кнопок. Далее смотрим. Включение. Все данные находятся в памяти. Обратная сторона прибора и то, как он работает. Отсек с батарейкой и крышка. В такой коробке он мне достался в подарок от больницы, где я лежала в связи с диабетом. Впервые выявлен. Краткое описание с нескольких сторон. Место изготовления, штрих-код. Весь комплект выглядит именно так. В общем, в любом случае, я желаю вам не болеть никогда.